Peggy 18. Все может измениться в одно мгновение. Готов ты к этому или нет? Не в таком мире я хотел оказаться. Но судьба распорядилась иначе. И на этот раз я готов. Потому что я знаю, что война... Война никогда не меняется. У меня вопрос. Единственный важный вопрос. Ты рискнешь жизнью ради товарища? Даже если он окажется синтом? Под содружеством находится раковая опухоль под названием Институт. Злокачественное образование, которое нужно вырезать, пока оно не вышло на поверхность. Вот кто наш настоящий враг. Не рейдеры, не супермутанты. Даже не эти кретины из Diamond City. Не стреляй! Ради бога, я же твой брат. Это скандал. Я требую истины, Макдонах. Быть готовым в минуту сорваться на помощь людям. И строить светлое будущее. У тебя мало времени. Но еще не все потеряно. Эта кампания будет долгой. Но в конце концов, мы спасем человечество от его главного врага. Самого себя. Где это? Где этот институт? Как в него попасть? Ну сколько можно объяснять? Ты не сможешь найти институт. Он сам тебя найдет. Пошли, малыш.